Мэрия Одессы не поддержала инициативу облгосадминистрации о переносе начала учебного года на 20 сентября. Областная власть выдвинула такое предложение в связи с возможным продлением туристического сезона, чему поспособствует теплая погода в сентябре. А это, по подсчетам чиновников АГА, порядка дополнительных 300 миллионов гривен в местные бюджеты. Однако город ссылается на требования закона Украины о полном общем среднем образовании, который предполагает, что учеба начинается 1 сентября и длится 175 дней.